На Цветном бульваре сегодня открылась не совсем обычная фотовыставка боди-арта. Тела моделей участников областного фестиваля «Студенческая весна» украсили народными узорами. Художники использовали хохламскую, гжельскую, городецкую и жостовскую росписи. Это очень необычно на самом деле, когда ты сидишь, тебя разукрашивают в таком именно обличии. И это интересный, правда, стиль. До этого я не интересовалась никогда таким, но... Какие у вас узоры на вас были? У меня роспись шкатулки была, но кого не помню. У меня цветы. Меня спросили, вы кого хотите, лошадей себе интересных или цветы? Я говорю, давайте мне цветы. Работать выставка будет до 24 апреля, но на один день экспозицию перевезут в ДК «Нефтяник». В воскресенье там пройдет гала-концерт областной студенческой весны. Наверное, ключевое вообще понимание события гала-концерта – это все-таки вручение наград Гран-при. И именно к этому студенты идут, именно эта награда дает возможность поехать им на Всероссийский фестиваль «Студенческая весна» для вузов в Самаре и для профессиональных образовательных организаций в Челябинске. Это, конечно, ключевое, чего ждут все.